В Копровом цехе занимаются подготовкой металлолома. Он необходим для сталеплавильного производства, попутный продукт которого шлак тоже перерабатывают здесь. На Северском трубном заводе ему давно нашли применение в строительстве дорог или как антигололедная подсыпка. Для потребителя шлак измельчают на разные фракции в специальном дробильно-сортировочном комплексе. Сегодня здесь внедряется современная аспирационная система, чтобы образующаяся пыль не загрязняла окружающую среду. Установка позволяет очистить воздух до более 99%. То есть, когда шлак высыпается, вот этот вот первичный максимальный выброс пыли, он всасывается в воздуховоды и уже с помощью рукавных фильтров попадает в биг-бэги. Первая установка на участке переработки шлака и подготовки огнеупоров уже смонтирована. Всего их в Копровом цехе будет 5. Они составят современную аспирационную систему и позволят снизить выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Соответственно, оно подтверждается чем? Подтверждается сертификатами, санитарно-эпидемиологическими исследованиями. Эти исследования у нас проведены в полном объеме. Проведены исследования по токсичности данного продукта. То есть данный продукт он признан нетоксичным ни для человека, ни для окружающей среды. Сейчас заводские экологи работают над другими вопросами. В этом году на Северском трубном заводе планируется улучшить качество сточных вод, а к 2022 году сделать еще чище воздух и снизить уровень шума от электростальплавильного комплекса. Лидия Соколова, Константин Миронов, новости 11 канала.